Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей, а это игра под названием Балатро, с бета-версии русского языка, как написано в самой игре. Это что-то типа какого-то покера, что-то странное, что-то смешанное, ничего не понятно, все кругом мелькает, свистит, пердит, это какой-то рогалик, и это должно быть очень интересно, давайте посмотрим, что он из себя представляет играть. Так, раунд... привет, меня зовут Джимбо, я здесь, чтобы помочь вам научиться играть. Ваша цель — заработать фишки, чтобы побить блайнд противника. Это малый блайнд, и вам нужно всего 300 фишек, чтобы побить его. Выберите малый блайнд, чтобы начать раунд. Выбрать. Фишки зарабатываются путем игры покерных рук. Каждая покерная рука приносит базовое количество фишек, умноженное на некий множитель. Посмотреть свои покерные руки вы можете в зоне сведения о партии, партии детали. Вы наряду с другой информацией о вашей текущей партии. Так, стрит флэш, каре, фулл хаус, флэш, стрит, сет, две пары старшей карт. Так, но это стандартные покерные, это я знаю, как они делаются, окей. Так, блайнды. Маленький блайнд 300, большой блайнд 450, крюк 600. Кстати, странно, что маленький блайнд 300, а большой 450, вроде они должны быть в два раза отличаться. Ну да ладно. Карты также зарабатывают фишки. Наведите курсор, чтобы посмотреть. Плюс 10 штук фишек, плюс 10, плюс 10, 9, 9, 7, 5, 2. Окей, дальше. Теперь выберите до 5 карт, чтобы сыграть, и нажмите «Играть руку». То есть мне нужно собрать комбинацию из карт, которые, соответственно... Раз, два, три, четыре... То есть из 8 карт я должен собрать покерные комбинации. Ну хорошо, давай, допустим, я возьму две пары и возьму старшие карты. Хорошо. Я сыграл, у меня плюс 28... плюс... Что? Можно также сбросить до 5 выбранных карт, чтобы попытаться сделать руку еще сильнее. Попробуйте. Что-то сбросить. Сбросить это в смысле... окей, сброс, значит, восьмерка, пару оставлю. Раз, два, три... Ну, допустим, я оставлю шестерку. Хотя нет, подожди, у меня тут получается стрит какой-то. Я, получается, сброшу 8-7. Да, блядь, у меня пара семерок. Ладно, я одну семерку сброшу, будет стрит. 8-7-6-5. Мне нужна четверка, получается. Ну хорошо, давай сбросим вот так. Хуйня какая-то получается. Ну ладно. Блядь, у меня могло быть. Осторожно, у вас ограниченное число рук и сбросов на раунд. Хорошо. Заработайте 300 фишек, прежде чем у вас закончатся руки, чтобы выиграть в этом раунде удачи. 300 фишек заработать. Так, ну хорошо, смотри, раз, два, три, четыре, пять, шесть. У меня получается 3 пары. Это не должно работать. Хорошо, играть руку. Только 5 карт выкладывается. На все, я понял, ладно. На стол выкладывается только 5 карт. Так, я заработал 92 фишки. Так, ну хорошо. А давайте сделаем вот что. Я сейчас сброшу вольта, сброшу десятку, пятерку и тройку. И выброшу это нахуй. И у меня останется 2 пары, и, возможно, будет какой-нибудь фулл хаус. Так, хуй мне, а не фулл хаус. Хорошо, тогда... Тогда продолжаем копить фулл хаус. Значит, я выбрасываю туз. А сколько туз дает? 11 фишек. И семерку. Сброс. Да что ты будешь делать-то в конце-то концов? Так, ладно, давай я сыграю тогда вот так пока. Сыграю, окей, допустим. Играть рук. А если я туда туза положу, он не засчитается мне? Сейчас на четверке проверим. Нет, не засчитался бы. Хорошо. Так, у меня множитель 2 пары на 112. Почти со 300 фишек у меня есть. Ой, фулл хаус, смотри, разом фулл хаус. Хорошо, допустим, играть руку. Есть такое, хорошо. Фулл хаус — это множитель x4.
Так, ну я заработал 300 фишек, я выиграл этот раунд. И карты вернулись. Так, минимум очков 300. Обналичить 3 доллара. Давай обналичу. А куда, куда они? Зачем они даются? Замечательно. Теперь, когда у вас полно денег... Теперь, когда у вас полно денег, вы можете купить новые карты в лавке. А, окей. Попробуйте купить этого самого... этого симпатичного дьявола. Куплю, ладно, купить. Это один из 150 джокеров, которых вы можете добавить в партию. Каждый джокер делает что-то особенное. Этот добавляет плюс 4 к множителю каждой руке, которую вы играете. Когда я его выкладываю или когда он у меня просто в колоде. Внимательно выбирайте, можно держать только 5 карт джокеров одновременно. Теперь купите другую карту. Карта множителя плюс 4 улучшает 2 выбранные карты до карты множителя. Чего? Улучшает 2... Не понял нихуя. Эта карта Таро расходуемая. Она улучшит карты, которые вы играете. Придержите ее. У вас может быть одновременно... Может быть до 2 расходуемых карт одновременно. Хорошо. Если накопите достаточно, сможете купить ваучер. Ваучеры пассивно улучшают вашу партию. Ваучеры пополняются после победы над босс-блайндом. Также проверяйте оба бустерных набора в каждой лавке. В них много полезностей. Хорошо. Перейдем к следующему раунду. Перейдем. Выбор большого блайнда принесет немного денег. Или же выберите пропустить его, чтобы получить тег. Каждый тег обладает уникальным эффектом. Но следите за босс-блайндом. У него есть способность, вокруг которой нужно строить тактику. А, малый блайнд имеется в виду, это 300, минимум нужно набрать очков. В большом блайнде нужно набрать минимум 450. А в крюке, он же босс-блайнд, нужно набрать минимум 600 очков. Понял, понял. Если побьете его, то анте поднимется, и все блайнды станут сложнее. Анте 1 из 8. Анте, я так понимаю, это будет постоянно увеличиваться минимальное количество очков. Хорошо. А, побейте анте 8, чтобы выиграть. Выберите свой путь. Выиграть в смысле всю игру выиграть или что? Выбрать, допустим. А, когда получите больше карт, не забудьте, что можно менять их порядок. Джокеры активируются в порядке слева направо. То есть их можно менять местами. Все, понял. Также не забудьте использовать расходуемое. Выберите до 2 карт в руке и нажмите «Использовать» на карте Таро, чтобы улучшить их. Выбрал. Улучшаю. Использовать. И чем они стали? А, то есть на них добавилось плюс 4 к стандартной десятке. Понял, ладно. Так, ладно, понял, понял, ладно. Так, давайте заменим семерку, пятерку, четверку и двойку и будем искать здесь себе этот, как его, будем искать... А сколько... Так, сбросов 4, рук 4. Хорошо, будем искать фулл хаус. Нихуя мы не нашли. Ну, по идее, тогда нужно бы их сыграть, наверное. 2 вольта... 2 тройки и 2 я сброшу, просто она мне не нужна. Окей, давай сыграем. Так, 10-14, 10-14. А-а-а! Нихера себе! Это не карт... Я выиграл сразу. Это не карты очки добавляют. То есть не то, что было 10, на вольте стало 14. А он умножает множитель очков. То есть каждая эта карта добавляет плюс 4 к умножить на количество очков. Еба. Все понял, допустим, обналичить 7 бачей. Так, у меня 9 бачей. Я могу преобразовать до 3 выбранных карт в черви. Повышение уровня. 2 пары плюс 1 множитель плюс 20 фишек. Ну, давайте я возьму все карты в черви, допустим. Больше брать ничего не буду. Давайте следующий раунд. Так, и у нас получается босс. Нужно набрать 600 очков. Так это хуета, я только что набирал 600 очков.
Сбрасывайте по две случайные карты за каждую сыгранную руку. По две случайные карты за каждую сыгранную руку. Так, ну давайте я сразу тогда преображу в черви. Сколько здесь карт-то меняется? До трех. Раз, два, три. Окей. Карты Таро использовать. Так, это все черви, и теперь у меня получается 1, 2, 3, 4, 5. У меня получается много фишек сейчас будет. А Джокер что делает? Плюс 4 множителя. Подожди, а как его сюда добавить? Как его добавить? Ну, допустим, я сейчас вот сюда вот... я хочу его добавить. Можно он сейчас добавится у меня? Джокер не добавился. Почему? А, нет, добавился. Все окей. Так, ну сразу 960. Я выиграл. Так легко. Осталось рук по доллару за каждую. 1% за каждые 5 долларов. Обналичить 9 долларов. Хорошо. Так, плюс 1 множитель за каждую последовательную руку, сыгранную без дающей очки карты с лица. Чего, блядь? Плюс 1 множителя за каждую последовательную руку, сыгранную без дающей очки карты с лицом. Сыгранную без дающей очки карты с лицом. Типа, если я играю без вольтов дам королей... 6, 5, 4, 3, допустим, это так работает? Каждая сыгранная карта с мастью бубны дает 1.5 к множителю при подсчете очков. Масть меняется в конце раунда. Так, давайте я возьму ваучер. Навсегда дает плюс 1 сброс на каждый раунд. Серьезно выкупить? Окей, сброс это хорошо. Транжира выкуплена, прекрасно. Так, осталось 5 долларов. Выберите одну из трех играемых карт, чтобы добавить в вашу колоду. Выберите одну из трех играемых... Ну, давайте вот эту розовенькую. 6 из пик. Плюс 6 штук фишек. 3 доллара, если эта карта есть в руке в конце раунда. Туз из пики. Плюс 11 штук фишек. Бонус плюс 30 штук фишек. Ну, давайте выберу вот это. Они просто... У меня карта из 52, останется из 53. Блять, да, из 53 стало. Так это слишком рандомно получается, нет? Так, ладно, малый блайн. 800 очков, а чё так сразу-то? Ебать, у меня 3 четверки. А Джокер будет сам использоваться или нет? Подожди, вот, допустим, я его убрал. Он мне сейчас даст плюс 4 к множителю. Ну, допустим, вот так. Он сейчас сыграет или нет? Посмотрим, типа, нужно его выделять или не нужно. Да, Джокер сам по себе сыграл. Окей, 294 очка. Допустим. Так, 10, 9, 7, 6. Восьмерочку бы надо. Ну, в принципе, можем сыграть 2 вольта. Давайте я выберу 6-3, выкину сейчас. Посмотрим на восьмерочку. Туз пока оставлю. Сброс. Так, у меня появился стрит. Отлично. Стрит появился. Раз, два, три. Червушечку оставлю на флеш. Раз, раз. Хорошо. И Джокер сейчас сыграет. ...81/8. Но это дохера. Это я уже выиграл. Блять, нихера себе. А я думал, здесь против какого-то противника надо играть. Здесь нужно просто набирать очки. Так, 5 долларов обналичить. Хорошо. Плюс 12 множитель, если сыгранная рука содержит стрит. Каждая карта с лицом в руке имеет один из двух шансов дать обычный доллар. Так, нет, давайте следующий раунд, пока не буду ничего тратить. Так, нужно 1200 очков, хорошо.
Ебать, сейчас бы червовую десятку. Давайте попробуем это дело найти. Будет Street Flash. Серьезно? Так, ладно, допустим. Так это Street Flash, это дохуя, это Flash Royale. Да, это Flash Royale, это в смысле... Есть Street Flash, это когда карты по... А почему... Подожди, я карту Таро использовал на вольтов, и они навсегда, что ли, стали плюс 4 к множителю? Я думал только на текущую катку. Короче, когда карты идут, например, 10, 9, 8, 7, 6, там, одной масти, это называется Street Flash. А когда они начинаются с туза и до десятки, называется Royal Flash. Это самая жесткая комбинация в покере. Вот, собственно, туз, король, дама, валет, 10, и все они одной масти, это самая жесткая рука, окей. Но это мне сейчас разом дохуя дадут, потому что у меня еще множитель Джокера будет. Ебать, я набрал 800 тысяч. 2416 очков, хорошо. Разблокировано достижение Рояль. Отлично. Так, а сколько мне дали денег-то? $8 за Flash Royale, ты издеваешься надо мной. Так, у меня $14. Каждая сыгранная карта учитывается при подсчете. Что бы это значило? Дает плюс 3 к множителю, когда любой бустерный набор пропущен. Блять, ну я не знаю, каждая сыгранная карта учит... Давайте вот эту возьмем, я не знаю, что это такое. Как они сейчас будут играться? Все бубновые карты ослабляют. За что? Ну да ладно. Все бубновые карты ослабляются. А что значит ослаблена? Она станет девяткой или что? Ну давай, допустим, я сейчас сделаю вот так вот. Если она ослабится, возможно, она станет четверкой. А, нет, давайте вот что сделаем. Я сейчас сыграю с двумя парами и посмотрим, что будет. А, она просто ничего не даст. Все, я понял. Она просто ничего не даст. Так, они местами-то меняются, нет, теперь? А, вот оно что. Каждая сыгранная карта учится... А, это в смысле, когда, например, я кладу две пары и одна левая карта, то она тоже будет учитываться, если будет выбран этот Джокер. Хорошо, хорошо. Так, ну давайте я бубны эти выкину. Я вот эти все пять выкину, они мне не нужны. Ебать! Серьезно? Плюс 11 штук фишек, бонус плюс 30 фишек. А, это вместо 11 будет 41, хорошо. Так, пара, сет, ну, допустим, вот так. И сейчас сыграет этот Джокер, да? Ну, они у меня все посчитаются, да. Так, хорошо. До 1600 я еще не дотянул. Но это не страшно, это мы сделаем. Так, у меня две черво... Чё? Схуяли в моей колоде две червовых девятки. Это что за бред, бля? Мне бы на самом деле даму был бы стрит. А, у меня есть флэш. Все окей, давайте играть флэш. 35 на 4. 35 это почему 35? 35 это общая сумма. 10, 28. Подожди, 10. Плюс 18, 28. 35. А это что, не будет считаться? А, это всего там еще за этот дают. Все окей. Так, но это я выиграл, молодец. Анте прибавлено. Так я так понимаю, если я дойду когда-нибудь до конца вот это 8 из 8, то я выиграю игру или что будет? Обналичить $8. Каждая сыгранная карта навсегда дает плюс 4 штуки фишек при подсчете. Этот Джокер дает x0.5 к множителю за каждую проданную карту, сбрасывается при победе над босс-блайндом.
за каждую проданную карту. Что такое проданная карта? Продать, я не знаю, там в каком-то в шутерном сленге или в чем-то таком, продать — это имеется в виду, типа, кинуть на амбразуру, нахуй, типа, заранее его, как бы, ну, заранее слить. То есть, может быть, имеется в виду, что когда я выкладываю, например, 5 карт, из которых 2 пары, одна, которая ни к силу, ни к городу, она считается проданной. Может быть, это так работает? Так, ну давайте я его возьму, посмотрим. Так, а ваучер. Карты Таро появляются 2 раза чаще в лавке. Давай возьмем. Не знаю, что такое проданная карта, ну да ладно. Если это так, то я надеюсь, что это так. Следующий раунд. Так, 2800 уже, нихуя ж себе. Так, 3 короля, окей, у меня фулл хаус, отлично, это делаем и засовываем. Фулл хаус и здесь просто множитель x4 будет, хорошо. Но этого маловато, 672 очка всего, это копейки. Так, у меня появился пиздатый туз, только куда бы его применить? Давайте я скину 10, 4 и 3. Будем искать еще один фулл хаус. Да, мы его нашли, отлично. Давай тогда использовать. Плюс опять валет вот этот навсегда захуяренный из карты Таро. Играть руку, поехали. И еще плюс 4 множителя от Джокера, да. 936. Блять, мало, мне нужна 1200 двумя руками. Ебать ковырять. Так, ну здесь, смотри, здесь 2 туза. 9, 8, 7. Шестерку бы тоже неплохо бы было бы. Давайте я скину 1 восьмерку, скину 1 двойку. Будем искать шестерку на стрит. Посмотрим, может быть, что-нибудь будет. Сброс. Так, четверку хуй нашли. Фу, шестерку не нашли. 4, 5. Ни флеша, ни хуеша. Но я могу еще дальше сбрасывать. Дальше сбрасывать, искать стрит. Стрит — это сколько? Что такое номер 1? Это сколько раз я их играл? А где, почему уровень 1? Мне... А, вот они, вижу эти, как их. Стрит дает x4 к множителю. Ну, такое себе на самом деле. Давайте, ладно, не будем копить, будем копить хотя бы флеш. Так, нихуя никакого флеша. Так, это просто умножает множитель. Но умножать множитель — это хорошо. Этот Джокер дает x0.5 к множителю за каждую проданную карту. Нет. Вот так, вот так. Вот так, вот так. Ну и, допустим, вот так. Бля, это даст 20. Но это даст вообще копейки. Этот, правда, прибавит. Это очень мало дало. Бля, мне нужно еще почти что 700 очков. Практически 700 очков. Подожди, а если я одновременно выложу и флэш, который у меня есть, и пара из 9 червовых получится, сколько будет у меня очков? И я немножко этого не понимаю. Так, ладно, давайте попробуем флэш собрать из чего-то более, более высокого, нежели 9, 8, 7. Сброс. Нихуя. Так, ладно, еще раз сброс и ищем старшие червушки. Нихуя. Так, ладно. А, флэш, он выше, чем сет. Сет — это 3 карты, да? Да, он выше. Ну ладно. А ничего здесь такого посильней-то нету? На 4 получится умножить. То есть, по факту, получится умножить на 8. На 8, 35 изначально.
А, на 8 плюс еще на 12 умножится. Ну тогда я выиграл сейчас, окей. На 12 я выиграл, да. Ха-ха-ха! Затащено! Блять, а сейчас будет этот босс блайнд. Это будет пиздец, мы сейчас сольемся. Обналичить. Это что такое? Плюс 8 множитель, если сыгранная рука содержит пару. Пару? Негативный плюс 1 слот джокера. А что значит негативный? Плюс 1 слот джокера, это разве плохо? Плюс 40 штук фишек за каждый оставшийся сброс. Выберите одну из 5 карт планет. Так, давайте карту. А у меня 3 доллара всего, почему? Мне ни на что не хватает, ладно. А, сейчас не босс блайнд, сейчас большой блайнд, 4200. Так, 2 короля и пока что нихуя. Ну, 2 короля я играть сейчас не буду. Я сброшу вот эту мелочь, будем копить что-то постарше. Так, 2 туза, 2 короля, уже получше. Мы можем сыграть 2 пары прямо сейчас, либо ждать туза и короля для фулл-хауса. Давайте попробуем сбросить вот это все и будем фулл-хаус искать. Хорош, фулл-хаус нашли мы, допустим. Фулл-хаус нашли, это на 4, плюс здесь побольше фишек, плюс 4 множитель. Сколько-то будет на 8? Поехали. Ну, нормально. 1000 захуярили. 984. Этого очень мало. Так, опять 2 туза. Опять 2 туза. Есть намек на флэш. Но это нужно еще 2 карты. 10, 8, 7. Стрита никакого нет. Давайте сбрасывать всю вот эту вот хуйню, кроме короля, получается, и будем дальше копить что-то. Нихуя. А как тогда? Так, ну сбрасываем еще раз. Так, ладно, 2 пары нашлись. Жить можно. Мне бы использовать валет, но он не используется, наверное, потому что он не в паре, да? Если он не в паре, скорее всего, он не учтется. А вот, можно сделать каждую сыгранную карту, учитывается при подсчете. Он просто больше даст, потому что он даст плюс 10 фишек, а множитель так и так от этого бы сыгрался, а так сыграется от него. Ну, что-то в этом есть. Что-то в этом есть. Да, учитываются все. Хорошо. 70. Подожди, а ты тоже работаешь, что ли? Я не понял сейчас прикола. Они все работают, похую. Так, ну у меня есть флэш, я вижу. Флэш. Играть руку. Нет, он тоже работает. Так, ну это мы просрали эту катку, потому что у меня 2600, а надо 4200. Эту катку мы проебали успешно. А больше даже и поменять-то нечего. 2, 3, 4, 5. Нужна шестерка, либо третья дама. Ну давай. Так, шестерка есть, хорошо, есть стрит ебаный. Стрит дешевый, вообще никакушный.
Никакушный стрит. Да, стрит никакушный. Итого 3000 при необходимости в 4200. Знаешь, как говорится, казино всегда в выигрыше. Да, так всегда и говорится. А лучшая рука 2400, наиболее часто сыгранная рука 2 пары, сыгранные карты 100, сброшенные 61, купленные 8, количество перебросов 0, новые открытия 13, сид-туториал, поражение от большого блайнда, раунд 8, анте 3. Ну окей. Окей. Победить босс-блайнд в одну руку без использования сбросов. Я типа с первого раза победил, и мне дали достижение. Ладно, окей, давайте на этом закончим. Блин, игра такая залипательная на самом деле. Она выглядит прям прикольно, и в ней какие-то нестандартные правила для покера, но от того она хуже совершенно не стала. Довольно интересная, забавная игра. Может быть, покатаем еще разочек, если будет такое желание. А на этом пока что все. Ссылка куда-нибудь в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на телеграм, комментируйте, ставьте лайки, не забывайте про колокольчик, ставьте там все уведомления. И всем встречи в следующих видюшек, ребятушки. Всем пока. Раньше здесь был мат.